Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Realme 9 Pro. И сейчас я покажу вам, как включить автояркость на данном устройстве. Для этого мы опускаем нашу шторку и видим здесь рядом с яркостью буковку А. Нужно на нее нажать. И теперь автояркость включена, и наше устройство будет подстраиваться под освещение, в котором мы находимся. На этом все. Спасибо за просмотры, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.